Мы, естественно, двигаемся из стороны в сторону. Можете импровизировать под музыку. Можете вполне естественно делать восьмерку. Ведите бедро вперед, затем назад, скользите бедром в другую сторону, ведите бедро назад. Мы рисуем восьмерку бедрами. Мы можем делать восьмерку в две стороны, при этом выполнять дополнительные покачивания. Движение в другую сторону не так хорошо с точки зрения того, как мы притягиваем к себе энергию. Есть две разных восьмерки, создающие очень разные ощущения по энергетике с точки зрения того, как мы притягиваем к себе эту энергию. Добавим движение рук, бедро идет в сторону, локоть движется в том же направлении. Бедро уходит в другую сторону, локоть идет туда же. Красивое, нежное покачивание.